Чича. Всем приветики, с вами канал Артмания. Надеюсь, у вас дела хорошо. У нас замечательные дела. Сейчас все покажу. Там никого не видать, а пищат. Интересно, никого нет, главное. Оп! И кто это здесь у нас сидит? Поздоровайся с подписчиками моими. Подарок свой, привезенный в Сочи. Ну что ты? Диор. Подарок. Диор. Кто там? А что ты? Ну распаковывай. Время идет у меня. А ты что хочешь? А вот ты что пришел? Подарок смотри. Нет, я пришла сказать, что у нас скоро с тобой намечается путешествие. Что там, две крышечки даже интересные. Что это такое? А у Жени тут подарок. А ну, где? А что, ее нету, что ли? Нету. Так ты ее, может, снял просто? Ее и тут нету. Она же была запакованная. Ну, что она там валяется? Ой. Что, такое бывает? А, она отдельно просто. Как-то чтобы не нажималась. Я и думаю. Ты в крышечку брызни? Нет, в крышечку. Да я на себя. А я понюхаю, мы понюхаем меня еще. Брызги. Ну ничего, все, хватит. Крышку брызни. Ну, они что, должны нюхать твою задницу, что ли? На крышку тратить. Нет, они что, должны твою задницу нюхать, я не пойму. Да не хочу я тебе. Что ты мне шею свою задницу подставляешь? Ну дай ну, что не ли? Надо в крышку, не надо. Ну, а, ну знаешь, да, такой пошел аромат, как это. Как для комаров. Чего? Как от тараканов. Слушай, точно, нет, не комары, как от тараканов, прям, да. Слушай, так прям аромат не совсем правда, ну. Так ты теперь таракан, что? У нас теперь дихлофос, вот. Дихлофос, да? Как его дихлофос? В каюте у нас тараканов точно не будет. Побрызгался. А что ты другой не взял? Там еще какой-то был. Ну так, может, это большая, ароматнее. Это поменьше. А, там уж тоже меньше. Ароматнее, может, было бы. И куда Женька едет? Что Женька ждет от путешествия, скажи? Еще не знаю. Не что знаешь? Будет, то и будет. Не знаешь? Что будет, то и будет. А у нас солнечный день. У нас сегодня, какое число? 25? 25 сентября, но у вас выйдет с большим опозданием, у вас выйдет в конце октября. Да, по концу октября, скорее всего, но у нас конец сентября. К сожалению, так получилось. Вот, у нас такая набережная в Самаре. Красивая. Солнышко светит, тепло, сегодня почти 20 градусов, наверное. Да. И тут сидит Женька, сидит с рюкзачком. У меня тоже рюкзак, сумка, еще сумка, всякие там вкусняшечки. Вот такую вкусняшку я купила, две штуки. На нее, кстати, на одну будет обзор потом. Такую вкусняшку я купила. А ты ее не съешь, а то вдруг оближешь. Оближешь и все, ну на. Не облизывай, смотри. А что ты облизываешься так, я не пойму, что ты. Женька. Что, много там ей добавок? Ну, белков немножко. Все? У меня свои белковые. Это я не пойму, ты просто взял состав, почитал состав, и все? А я думал, ты на нее посмотришь, ее лизнешь. Я так и следил за твоим языком. Там еще всякой вкусняшки много. Вдруг нас ужином решат не накормить, как в прошлые разы, помнишь? Нас не кормят ведь ужином. Кто их знает, что у них там на уме. Здесь вот писька там лежит. Подожди, там ямка. О, прям для моей задницы. Женька говорит, если не услышали, прям для его попки сделали камушек. Кстати, весь забор поубирали. Помнишь, тут был забор? Нельзя было там проходить. А, помнишь, что тут
доезжает. Может не проехать. Уже вообще он так рискует. Сильно рискует. А я думаю, зачем он тут? Ай-ай-ай. Там чуть-чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть прямо. А я думала, сейчас тут встанет. Думаю, что он встает тут. А когда они тут заезжают, интересно. Ну, поехал. Да, Женька, что, удобно сидеть? А нет, ты не коряво там? Нет. Не впирается тебе там ничего никуда? Прям как будто мою жопу измерили. Да, ну и, конечно же, вы уже знаете, куда же мы приехали. Что трафарет? Я говорю, куда же мы приехали? Ты мне говоришь, трафарет. Куда мы приехали, Женька? Где мы отдыхаем? На речном. Где? На теплоходе. Мы не зашли. Ну, почти не зашли. Он там стоит, кстати, Алексей Толстой. Мы на нем плавали в прошлом году. Кто помнит, смотрел ролики. Вот он. Вот так вот. Там очень-очень классно. Мне он прям очень понравился. Классно. Есть чем заняться, прям хорошо. Мы с тобой, помнишь, плавали на этом Разумовском, да? Да. Вообще скукота была. Ты да-да-да, там вообще там ничего нет. Просто скукотища. Я помню, умирала от скукоты. Заняться нечем. Вот едешь целый день там. С утра в какой-нибудь город выйдешь, а потом вот просто вот едешь, ну, плывешь, просто скукота, нечем заняться. Ни фильмов нет, ничего. Дискотеки, по-моему, короткие были, что ли, да? Не такие уж, прям вообще очень было скучно. Дорогой теплоход, ну, ужасно. Ну, хоть музыка была там что-то более-менее, да? Как-то мы первый раз, помнишь, плавали, там вообще была тишина. Ни музыки, ничего. В 4 отплывем. Да, ужинаем где-то в 7-3 часа. Не знаю. Обычно ужином не кормят же. Не кормят? Нет, по-моему. В прошлом году мы... А, что, мои чикапайки? Нет. Чего ради мои чикапайки? А тут вот Фёдор Достоевский стоит, а за ним стоит наш. Стоит наш. Я, конечно же, нарядилась. Свою кофточку одела, свою мантию одела. Подержи. Ты зарядку для батареек взяла? Да, конечно. А ты что, не взял? Я взял. Надо было две взять на всякий случай. Да, у меня хорошая держалка, оказывается, есть. Чё я все это время мучился? У меня здесь 2 целых капюшона. Ну-ка. Чё там, он не торчит, что ли? Торчит. Вот так вот мы находимся. Вот так мы гуляем. Скоро будем садиться. Thank you.
снова приветики. И мы на теплоходе плывем в Волгоград. Наверное, по названию вы уже поняли. Отплываем от Самары. Самара, пока-пока-пока. Дождались мы отдыха. Вы все отдыхали, а мы нет. С мужем так за все лето никуда не ездили. И вот, наконец-то, выбрались. И для вас тоже. Маленький сюрпризик. Труба такая находится в таком месте. А, там тот берег. Каюту попозже покажу.